Приветствую вас, Виктория. Дело здесь, конечно, не в том, какие намерения у человека. Дело здесь немножечко в другом. В том, пожалуй, что вы не можете в какой-то степени соотнести то, что делает мужчина, с тем, что вы сами считаете, условно говоря, важным, ценным и значимым. То есть какое поведение мужчины для себя вы считаете приемлемым? Например. Вот это, собственно, и является тем, на что вам, по моему мнению, нужно обратить самое свое пристальное внимание, потому что, на мой взгляд, это вот то, в чем вы сами себе в какой-то степени не доверяете, это то, в чем вы сами себя, получается, обесцениваете и не доверяя себе, не имея возможности себе доверять, вы действуете сейчас в таком ключе, что как будто бы вы зависимы. Понимаете? Вот, и вы чего-то ждете от человека, вы на что-то надеетесь от человека, да, получить, а при этом надежда ваша имеет такие например, такие корни, да, вот, что вы сами не удовлетворены чем-то. И из-за того, что вы чем-то не удовлетворены, из-за этого у вас вот есть вот это желание что-то получить от человека. Потом, причем не особо важно, в общем и целом, можете ли вы получить это на самом деле или нет. Есть ли у вас шанс получить это на самом деле или нет. То есть, как бы вы об этом, ну вот, сами по себе, как мне кажется, не задумывается, а надо бы, потому что это делает вас, повторюсь, зависимым. Дальше. Психолог не может гадать о намерениях другого человека. В данном случае я, конечно, имею в виду то, что гадать на основании тех вариантов, которые вы предоставили, это несколько непрофессионально, поэтому я думаю, что вам имеет смысл разобраться в том, что вы здесь чувствуете ли вы в контексте данной ситуации. Допустим, тревогу, отвержение, злость, обиду, раздражение, фрустрацию, то есть неудовлетворенность,
может быть агрессию, может быть что-то еще, вот, и, соответственно, уже в зависимости от этого, да, разбираться и смотреть на именно ваш собственные переживания и чувства. Вот. Что поможет, конечно же, по итогу решить вашу проблему. Вот. Ну, это как бы ну, это естественно, да, это вот само собой, разумеется, здесь, в данном случае. Вот. Такой вот ответ я могу вам дать пока что с точки зрения психологии и психотерапии. Что важно? Вот что важно сказать, то, что вы встречаетесь с человеком, ну, по сути, который является вашим коллегой. И мне кажется, что мешая рабочие отношения и личные, вы не делаете себе ничего хорошего таким образом. То есть вы, ну, не помогаете себе таким образом. От слова совсем. И я думаю, что вам бы стоило, вам бы стоило об этом задуматься как следует. Вам бы стоило об этом подумать. Для чего? Опять, чтобы лучше отдавать себе отчет, что происходит, чтобы лучше понимать себя. Пока что мне кажется, что вы себя понимаете ну, не лучшим образом, да? Давайте вот так скажем. Вот. Это, собственно, то, что я могу вам сказать сейчас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Я надеюсь, что ситуация разрешится. Также надеюсь на обратную связь.